здесь просто становится тесновато. Сейчас лавина этих команд прорвет кулисы и вырвется на сцену, или меня затопчут. Встречайте, это Лига Смеха. Поехали! Лига звезд, Лига наций, Лига грез, Лига папарацци, Лига президентов, Лига легалайз, еще и с NBA, и FBI, Лига чемпиона, и проигравший, Лига где чужие, и где все наши, Лига знатоков, Лига где все танцуют, Лига апперкота, Лига поцелуев, а я уже приехал. Ау! Это Лига смеха. Лига смеха! Смех нам продлевает жизнь! Лига смеха! Лучшая на свете! Лига смеха! Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуй, рождественская Украина! Привет, новогодний Киев! Это Лига Смеха, и у нас сегодня замечательный, прекрасный повод. Мы провожаем первый сезон, ставим жирную точку, встречаем второй сезон. Вас всех поздравляем, второму сезону быть! И на кону у нас сегодня зимний кубок. Вот он, красавец. Стоит, конечно, пока он бесхозный, но это, как мы говорим, дело времени и дело всех команд, которые стоят на этой сцене, которые сделали первый сезон Лиги Смеха. Вы знаете, как бы то ни было, сегодня соревнование, эта игра и этот кубок достанется только одной команде. Оценивать будет наше уважаемое жюри. Кто у нас сегодня в жюри? Но, честно говоря, даже не знаю, как теперь обращаться. Тренер-чемпион Сергей Анатольевич Сивоха. Идем дальше. Юрий Горбунов. Тренер вице-чемпионов Елена Кравец. Прекрасный тренер Антон Лирник. Еще один играющий звездный тренер Игорь Ласточкин. Алексей! Какой ты яркий! Алексей Потапенко! Ну, финал прошел, друзья. Да, были волнения. Некоторые члены жюри не могли никак что-то сформулировать, потому что волновались, переживали во время речи финальной. На всякий случай мы записали новогоднее обращение наших членов жюри. Внимание на экран. Я желаю Лиге Смеха оставаться такой же доброй, но и смешной. Я хочу пожелать нам всем мира и счастья. Еще больше смеху, грошей. Следующий год, как известно, это год обезьяны. А обезьяна делает вот так. У-а-у-а-у-а. У-а-а-у-а. Это же и есть Украина. UA. Этот год будет наш. Талантливых, красивых тренеров. Грошей. И побольше поводов для радости. Лига смеха в каждый дом, Лига смеха в каждую школу. Каждый детский садик Лигу смеха. Грошей. За родителей, родственников, жен, мужей, проректоров. С Новым годом. Грошей. И нехай все мрії здійснюються. Надеемся на лучшее. А с Новым годом. По-моему, не получилось, да? Давайте еще. Уважаемые члены жюри, вы прекрасно сказали. Вам сегодня будет проще оценивать команды. По завершению сегодняшней игры, по завершению кубка, вам нужно встать и дать свой балл, свое предпочтение только одной команде, но не своей. Но вы не волнуйтесь, ваши же коллеги хорошие, они за вашу проголосуют. Вам аплодисменты, дорогие команды. Всем удачи. И как то кажут в Украине, слава Украине! Идите, готовьтесь. Молодцы. Уважаемые друзья,
Ну, мы же люди добрые, поэтому, естественно, я нахожусь перед главным сегодняшним призом. Это зимний кубок. Вот такой вот он красивенький, не такой яркий, как Алексей. Но, тем не менее, достанется этот кубок только одной команде. Но мы не можем с пустыми руками отпустить наши замечательные команды. Да, и поэтому каждая команда сегодня получит заслуженный приз в той или иной номинации. Итак, если вы не против, мы начинаем. Первая номинация – это лучшая шутка нашего чемпионата. Лучшая шутка достается команде из города Луцк, замок Любарта. Внимание на экран. На въезде в місто вкрали коня. Але я заметил это через 3 години, бо задивився на крутящийся бігборд. Нам би в церкву такий батюшка обрадувався би. Ісус, Миколай, Богородиця. Сьогодні у нас рождественська ігра, а як взагалі відмічають Рождество в Луцьке? Ой, головне, щоб з сім'єю, тоді саме приємно, звичайно. Ну, п'ють? Трошечки. Ну, кушають? Трошечки. А вам видно, що трошечки. Добре, хлопці, кого будете благодарити? Хотілося б подякувати будівельній компанії «Маневичі Агробут», а також перевізнику нашому «Луцьк Експрес». Дякуємо щиро. І вам дякуємо. Удачі! Встрічайте замок Любарта! Привіт, друзі! Ну що ж, друзі, знаєте, всій Україні, так само як в червоних позичках, у нас пройшли вибори. Але на них не переміг наш сільський голова Михайло Іванович Пастушак, а переміг звичайний вчитель історії сільської школи. Отож, під ваші оплески давайте зустрінемо наш новий сільський голова! Маленька, дякую тобі за цю ніч. Якби не ти, ми б стільки зерна не вкрали. Михайло Іванович, а де наш новий сільський голова? Так от, Марія Іванівна. Тобто, по-вашому, так виглядає звичайний вчитель історії сільської школи? Та ти подивись на неї, і навіть вдягнути нема чого. Так, і взагалі я вийшов розібратись з результатами виборів. Походу, я вас чимось не устраюю. Давайте так, хто вважає, що мене треба перевибрати? Одноголосно я перевибраний на другий срок. Ганьба! 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 Люстрація! Так, а я не поняв. Михайло Іванович, хто це такий? Не звертайте уваги, то мій сусід Дімка опозиція. Опозиція? А що таке опозиція? Ну як вам пояснити? От вам при мені хріново живеться, а він хоче, щоб вам при ньому хріново жилось. Не слухайте його! Якщо ви підтримаєте мене, я підніму золотовалютний запас нашого села! Ге-гей! Так, стоп! Я свої коронки нікому не віддам. Давайте так. Якщо ви виберете мене, я дозволю провести в селі гей-парад. Ге-гей! А, я вам казав, Васька агроном гей. А тепер серйозно. Якщо ви виберете мене, я відміню в селі голодні ігри. Ого, це що, ви всі за мене? Ні, це просто я з свободи. Так, сусіди, що ви заладили у це? Конституція, опозиція, давайте якось домовлятись. Так, слухай сюди. Якщо ще раз твої кури перетнуть державний кордон мого городу, і я розкажу цим людям, що таке демократія, ти поняв? Все, поняв, з Різдвом, починаємо. Друзі, Новий рік – найкращий час для подарунків, та в нашій країні їм дарують практично кожного дня. Ось, до прикладу, нещодавно Володимир Кличко подарував усі свої пояси якомусь хлопчику з Великобританії. Арсеній Яценюк отримав букет троянд. Ну, а ми, в свою чергу, з радістю даруємо вам ремейк на всесвітньо відомий фільм «Достучаться до небес». Різдво – це, безумовно, сімейне свято, а саме тому вся наша велика та дружня родина зібралася у гостях у нашого сільського голови, бо він, як не дивно, з нас усіх живе найбагатше. Добрий вечір тобі, пане господар!
радуйся, господарю, вся родина приїхала до тебе на три дні. Ого! На три дні, а я думав, все не з'їсте. Добрий вечір, Михайло Іванович. Добрий. Як там ваш син? Нічого, виріс, самостійний став. Працює? Сидить. О, мамо, тату, проходьте. Хресна мама, хресний тато, прошу. Хресна мама, хресного тату, хресний мами. Хресна, хресної, хресної мами. Блін, це ж скільки людей один одного голенькими бачили. Прошу всіх до столу, на якому за традицією стоїть 12 страв. Тут тільки піца. А соуси? А. Нарешті, вперше за 24 роки ми зібрались і стали однією дружною родиною. Під одним дахом зібрались північ, південь, захід, схід. Михайло Іванович, ви священник? Ні, просто в усьому плюси шукаю. Друзі, і на завершення. Знаєте, у нас в селі як? Є мопед, є секс. В городі як? Є мопед, їдеш в село, є секс. Приїжджайте до нас. Михайло Іванович, на що це ви зараз натякаєте? Ні на що, просто во всьому плюси шукаю. Приїжджай, 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 приїжджай. Друже, йдем до нас, будемо співати з нами разом. Ліву смійку грати, радість дарувати. Друже, йдем до нас, будемо співати з нами разом. Ліву смійку грати, радість дарувати. Команда «Замок Люберта». Дякуємо. Гей! «Замок Люберта», Луцьк. Молодцы, ребята. Итак, лучшая шутка под ваши бурные аплодисменты за эту лучшую шутку. Вот такой маленький зимний кубок. Ну, тут, собственно говоря, у меня один вопрос к Юре. Как тебе твои подопечные? Не скучал? Честно, скучал. Луцьк, молодцы. Мы сейчас себя покажем. Спасибо вам большое. Луцку аплодисменты. Мы продолжаем. Итак, победители следующей номинации «Лучший старт сезона». Кременчук. Встречайте. Лукас. Ребят, что хочу сказать? Возьмите микрофончик, да, не стесняйся. Лучший старт. А как финиш вообще? Во-первых, это был фольстарт. К финишу... Финиш еще впереди. Я уверен, все вас ждут, да? Что-то мы не слышим зрителей. Ждете? Кого будете благодарить? Мы хотим поблагодарить кондитерскую компанию «Лукас», нашего спонсора. А, кстати, недавно эта компания отпраздновала свой день рождения, 16 лет. Мы поздравляем. «Лукас», привет! Спасибо вам большое. Удачи, ребят. Давайте, поехали. Здорово, Лига Смеха! Привет, столица! На сцене все те же провинциальные лица, и пусть наш городок очень мал. Но сегодня так, как мы, никто не прокачает зал. А если у тебя сейчас плохое настроение, тогда стой перед телеком и повторяй движение. Оп! 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 Движение, движение! Оп! 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 Ну что ж, привет, друзья! Знаете, из Кременчуга еле к вам доехали. Дороги ужасные. 4 часа на пазике. Человека до сих пор трясет. Мэр Кременчуга, когда узнал, что мы едем на зимний кубок, и его покажут по 1+1, попросил пропиарить Кременчуг. Подошел такой, дал видеокассету и сказал: ну вы там покажите всем, пускай посмотрят на наш город. Ну что ж, внимание на экран. Yeah.
что ж, а теперь встречайте Кременчук, который вы привыкли видеть! Hey! Дорогие друзья, сегодня наша команда будет шутить исключительно на актуальные темы. Наверняка все вы видели, как недавно в Верховной Раде из-за трибуны пытались вытащить премьер-министра. Но мало кто знает, чем закончилась эта история. Хоть! Ах ты ж скотинялка ты такая! Ну не вмієш, не беріш, да я покажу, як треба! А самый актуальный вопрос для всех мужчин во время новогодних праздников – это что же подарить своей любимой? Совет. Идите в ювелирный магазин. Дорогая, смотри, какое золотое кольцо. Боже мой, какая прелесть! Хочу, хочу, хочу! А вот смотри, золотое колье. Боже мой, какое красивое! Хочу колье золотое! Давай перейдем к серебру. Ну золото так золото! Друзья, а Кременчук настолько густо заселенный город, что ночные клубы располагаются прямо в жилых домах. Итак, представьте, семья, которая живет на первом этаже над ночным клубом. Добрый вечер. Добрый вечер. Я благодарю. Бабуль, подай водички! Бабке 75 лет! Подай то, подай сё! Выше руки! От таблетки, от запить. Спасибо, спасибо. Друзья, зимний кубок Лиги Смеха – это отличная возможность для того, чтобы подвести итоги всего сезона. А помогут нам в этом члены жюри. Решили с пацанами подытожить мы сезон. Со сцены было сказано шуток миллион. На зимний кубок долго мы все ехали, ехали, ехали. Ленусь, они приехали. Сезон начался в Одессе с фестиваля. Команды выступали, жюри вставало. В общем, вы в курсе, в чем тут суть. Все выбирают команды. А я пришел отдохнуть. Выбрали тренера, решили сообразить на семерых. Совпали мои интересы и их. Взяли ящик коньяка, 40 литров пива. Попался крепкий тренер. Немножко не хватило. А жюри мы слышали много комплиментов. Лену вы не использовали даже на 50%. Чего вы не вставали? И что вам было нужно? Севоха нам ответил. Завтрак, обед и ужин. Эмоции вскипали. Никто не уступал. Ты меня послал, на и я тебе послал. Короче, замес начался. Просто жуть. Все жюри на взводе. А я пришел отдохнуть. Недавно Юрий Горбунов, тренер Лиги Смеха, стал заслуженным артистом, добился успеха. Юра, как думаешь, народного возьмешь? Профессионализм не пробьешь. Если вкратце, таким и был сезон. Осталось лишь узнать, кто сегодня чемпион. В пользу нашей команды есть козырный факт. Ребят, честно говоря, я ваш фанат. Кременчук, Лукас, ваши аплодисменты. Ребятам, держите этот кубок по праву ваш. Спасибо вам большое, вы молодцы. Лукас, Кременчук. Спасибо. Поехали. Спасибо. Мы продолжаем, друзья. Победители следующей номинации. Ох, сколько они всего пережили. Господи, никому не пожелаю этого. Лучший батл. Любимый город, город Харьков. Внимание на экран. Но то, что вы живы, уже мы рады. Столько всего пережить. И каждый раз вы удивляете. Но сегодня мы почему-то пришли в своем, ребят. С чем это связано? В чем мать родила? Это в чем мать родила? Да. Я представляю, да. Ребят, кого будем благодарить? Ну, как ни странно, весь сезон и сегодня, в частности, мы хотим поблагодарить Фельман Экопарк.
за всестороннюю поддержку и помощь. Также хотелось бы сказать спасибо нашему гениальному музыканту Женьке Белозерову. Спасибо тебе большое. А музыканта чем помог? Написал и создал вот эти костюмы и нарисовал их. Отличный музыкант. Ребят, у вас лучше получается на сцене. Удачи! Спасибо! Вперед! Поехали! Здравствуйте, друзья! На сцене «Любимый город». Перед игрой пришли к мэру. Говорим, дайте денег на поездку. Он говорит, не вопрос. Только по документам вы зоопарк. Да. В общем, встречай, столица. Медведик есть, зайчик. Есть. Котик. Есть. Байбак. Есть. Ну и собачка, у нас такая хорошая. Слышно, так он ногу поднял. Мальчики, вот как вам не стыдно? Ты вообще кто такая? Вообще-то я Красная Шапочка и несу через ваш лес идиотов пирожки своей бабушке. Что-то вы зачастили со своей командой к бабушке. С какой командой? Ну ты пирожки и нотариус. Ребята, какие пирожки, какой нотариус? Сегодня последняя игра сезона. Нужно попрощаться с любимым зрителем, с нашим тренером. А можно я попрощаюсь с тренером? Давай только быстро. Я все. Господа, я напоминаю, что сегодня зимний кубок, и мы должны обрушить на зал эдакую сатирическую лавину, просто юмористический снегопад. Такого снегопада. Какого снегопада? Такого снегопада. Какого снегопада? Такого снегопада. Какого такого снегопада? Снег кружит. Встаньте на место! А можно, можно, можно? Да. Витя, объяви. На кассе в супермаркете. Здрасте, что у вас? Ничего. Пакет брать будете? Разумеется. Все, молодец. Все, достаточно, все. Я говорю, хватит, тормози. Дай сюда. Я говорю, хватит. Да все, хватит. Ребят, я вас очень прошу, давайте хоть раз покажем что-нибудь нормальное, адекватное и достойное зимнего кубка. Поехали. Друзья, в новогоднюю ночь может случиться абсолютно все, что угодно. И даже такое. Представьте, лесной детектив. Итак, господа, все на месте? Кого нет? Милиции нет. Очень смешно. Я собрал вас здесь для того, чтобы выяснить очень важный момент. Этой ночью кто-то завалил... Ёлку! А чего на меня все смотрите, не могу понять? А потому что вот это вот кто сделал, а? Вот это кто сделал? Откуда я знаю, кто это сделал? У меня алиби, я был на работе. На какой работе? Вообще-то я работаю барменом. Может, я смогу вам чем-то помочь? Спасибо за помощь. Господа, мне кажется, я нашел его. Это сделал лось. Это не я. Это ты. Это не я. Это ты. Это не я. Это ты. Это ты. Да, все, 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 все. Походу, пацан правду говорит. Господа, мне кажется, среди нас кого-то не хватает. А где Красная Шапочка? Позовите ее. Привет, зверье шакальное. Кошелек или жизнь? Так сейчас же не Хэллоуин. Мне пофиг, я в долгах. Так значит, это ты елочку завалила? Ой, грабить и воровать — это моя тема. Но на мокруху я не подписывалась. Елочку как жалко. О-о-о.
сделал? Кто это сделал? А кто это? Кто? Это не я! Это Все! И вообще, чтобы понять, кто преступник, нужно мыслить как преступник. Для начала я подам заявку на кандидаты в депутаты. А, все, лось, закрой рот. Знаешь что? Вот были бы у меня пальцы, а не копыта, ты понял, что я хочу сказать. Спасибо, я все понял. Господа, давайте тщательно осмотрим место преступления. Возможно, мы сможем найти какие-то важные моменты, которые нам подскажут, что же здесь произошло. Ребята, хватит! Да уйди от меня. Я знаю, что нужно сделать. Я создам свою партию лосей Украины. Такая уже есть. Какая? Да любая. Ребята, зайчик, менты, скидывай! Что у вас здесь произошло? Такая-то елку завалили. О, ничего себе! Вот ты! У тебя большие уши. Может быть, ты что-то слышал? А у кота большие глаза, может, он что-то видел? А у красной шапочки большие. Может, замутим? Так. Угомонитесь, я вычислил, кто убийца. Это лось. Да как вы меня достали? Не тот палец. Слышь, а что ты вообще нам какие-то пальцы показываешь? Да что нам показывать? Подождите. Ребят, все как всегда в лучших традициях нашей страны. Есть преступление, люди ведут себя как звери. Как всегда, никто ни в чем не виноват, и даже полиция ничего не может сделать. Але все буде по-новому. Пані та панове, зустрічайте президент України Петро Олексійович Порошенко. Шановні українці, в цьому році ми вирішили якось творчо підійти до новорічного звернення президента. Бо я і моя молода команда... Куля в оба, ви стоїмо до кінця. Бажаємо щось змінити. Головний прокурор не дасть збрехати. А отже зараз ми виконаємо головне різдвяне бажання усіх українців. Все буде добре. Ага. До свидания. Для кожного з нас все буде добре. Депутаты! Депутаты, вы куда собрались уходить? Над кем теперь квартал будет шутить, а? Ну, судя по последней петиции, над Владимиром Зеленским. Красавцы! Любимый город, город Харьков. Ребята, кубок ваш. Всего натерпелись. Ну что, Алеш, адекватные люди? Я считаю вообще... Ну ты ж тренер. Я горжусь тем, что я еще прикоснулся тренерской работы к этой команде. Ребята, спасибо вам. И одеты вы сегодня одинаково. Ребят, да, возьмите меня в свой зоопарк, хочу еще раз. Спасибо, любимый город. Харьковчанам браво, Леше тоже спасибо, ребят. С большим удовольствием продолжаем сражаться за зимний кубок. Следующая номинация, точнее, следующие победители в номинации «Лучшее полотно». За драматургию побеждает «Манхэттен». Сборная городов Полтава, Ровно. Внимание на экран. Ребят, в самом деле не важно, как мы все выглядим. Главное, что у каждого внутри. Это говорю вам я, добрый фей Сергей Сивоха и команда «Манхэттен». Вы слышите, да, как люди вас любят? Ребят, тем не менее, вылетели в сезоне, ну, не дошли до финала. Как вы думаете, чего вам не хватило? Трезвости, наверное. Вам? Сергею Анатольевичу. Справедливо. Ребят, кого будем благодарить, ну, кроме Сергея Анатольевича?
Кроме Сергея Анатольевича, хотелось бы поблагодарить наших друзей, наших спонсоров, наших партнеров, сеть автозаправочных станций «Автотранс». Спасибо большое. А что вы так? Мне там мама работает. Понимаю. Маме привет и спасибо. Удачи, ребят. Вперед. Помню я Одесский вокзал, с телека нас Вова позвал. Съехали сюда всей толпой, и прошлою зимой мы встретились с тобой. Быстро пролетел наш сезон, мы теряли время и сон. Но за год ты стала родной, ведь прошлою зимой мы встретились с тобой. Это лига простая, чтобы каждый раз стоял, чтобы все хохотали у экранов и в зале. Это лига смешная, если кто-то не знает. Зимний кубок, а значит, мы здесь снова играем. Добрый вечер, Киев! Что ж, друзья, зимний кубок, и сегодня мы выступаем без своего тренера. Ну, знаете, за сезон мы настолько привыкли к Сергею Анатольевичу, что просто не представляем свое выступление без его участия. Поэтому внесите тренера! Ну, Сергей Анатольевич, может, скажете какую-то шутку? Что говорите? Что у меня здесь? Оп, новый шутник, Сергей Анатольевич! А если сегодня Сергей Анатольевич будет с нами выступать, мы всех противников сегодня точно победим. Да что там победим? Мы их растопчем! Да что там растопчем? Мы их с потрохами съедим! Какое съедим? Что ты мелешь вообще? Помогите! Команда «Манхэттен» сегодня своими силами. Для початку трішки актуального. Дві патріотично налаштовані путани повертаються додому після роботи. Спала з українцем! З героєм спала! О, хорош! Ходять чутки, що екс-президент України зараз в Ростові, і він останній рік, як то пом'якше сказати, бухає. Але напередодні новорічних свят він вирішив з цим зав'язати. Отож, Ростов – наші дні. Вітя, ти можеш. Вітя, соберись. Все! Віктор, остановитесь! Блін, ти ж уже цілий год. Ты ж даже телека не смотрел. Так, что там нового на Украине? Президент розпочинає рішуче та сміливо, звертаючись до Верховної Ради. Дорогі співвітчизники. Та ну нафіг! Для всіх Новий рік – це гарний настрій та відпочинок. Проте можливість відпочивати є не у кожної людини. Уявляємо, новорічна ніч, кол-центр «Приватбанку». Игорек, час до Нового года, ты идешь? Леха, у меня еще по плану 2 звонка осталось. Так это же дело 2 секунд, ну. Здравствуйте, меня зовут Игорь Соколов. Я представитель «Приватбанка». Раз. Вызывай такси. Здравствуйте, меня зовут Игорь Соколов. Я представитель «Приватбанка». Да-да, я вас слушаю. Ну, договорите. А что дальше говорить? Я никогда не доходил до этого уровня. Я доходил.
Что, так можно было? Алло? Игорь, что-то сорвалось! Слушай, давай провод выключим, а? Вообще? Ох, ёх, ёх. Наверное, такси. А, девушка, мы уже выходим. Игорь, у вас там что-то со связью! Так, подождите, откуда вы узнали мой номер? Ну вы же сами сказали, что вас зовут Игорь Соколов. Я вас ВКонтакте нашел, уже вам в друзья добавляю. Слушай, ты мне, конечно, брат, но Новый год только раз в году. Это твой клиент, так что с наступающим. Леха, подожди. Да ладно. Игорь, ну к вам не достучаться, ей-богу. Мужик, ты кто? Колл-центр Киевстар. Сделал я тебя с Новым годом. Друзья, знаете, на нашем телевидении большинство успешных проектов получают продолжение с участием детей. Ну, сами посудите. «Голос» Диты, «Маленькие гиганты», «Рассмеши комика» Диты. Да что там, даже вот Алексей Потапенко организовал целый концертный тур по городам Украины под названием «Потап и Диты». «Потап и Диты» сказали в таких городах. Полтава, Харьков, Ровно. Поэтому в завершении своего выступления мы хотели бы вам показать, как бы начинался проект «Лига смеха. Дети». Встречайте! Лига звезд, но моложе. Лига слез и колыбельных тоже. Лига спайдерменов, лего и машин. Лига мини-женщин и маленьких мужчин. Держите по конфете. Оу! Это «Лига дети». Продлевает жизнь. Лига, дети, только без комочков. Лига, дети. Друзья, давайте не будем забывать с вами это прекрасное время, ведь только в детстве нас могли похвалить за то, что мы хорошо поели и долго поспали. Давайте не будем забывать это волшебное время, ведь каждый из нас когда-то был маленьким. Да что там говорить, даже Сергей Анатольевич когда-то был таким. Вообще-то я лирник. Да? Ну, тогда, Антон, поаккуратней с молочным. З вами була команда «Манхеттен» і майбутнє Ліги сміху. Дякуємо! Молодці, ребята, браво! І кубок ваш! Достойний кубок своєго победителя. Молодці, і дітки хороші вбіжали. Ну, Антон, логічний вопрос. Ти таким був? Один в один просто. Откуда у вас були мої дітські фотографії? Откуда? Сергій Анатолійович дав. Спасибо, ребята, молодцы! Ну что, продолжим. Итак, следующий победитель, была такая номинация, был у нас такой сложный конкурс. Впервые мы его попробовали, назывался он «Стендап». И лучшими оказались одесситы Дери Шелье. Смотрим на экран. А пока все играли в футбол, я играл в «Монополию». Да, и выиграл. Ребят, вам, кстати, от Коломойского привет. Да, спасибо. Не хотите ничего ему передать? Передайте, что без бороды ему гораздо лучше. Спасибо большое. Вам тоже. Удачи. Ну, здравствуй, Киев, на сцене Одесса. Сегодня играют все вылетевшие из сезона команды.
И мы так подумали, и раз это кубок проигравших, то сегодня должны наградить самую худшую команду. Тогда давайте воспользуемся своим положением и продадим эфирное время на 1+1. Так что встречай, Киев. Легендарные братья Борисенко! Снова здравствуй, национальное телевидение! Друзья, вы готовы зажигать? Yeah. Найди меня на звездном берегу. Спасибо! Мы обязательно вернемся! Спасибо! Ну что, это было ужасно? Да, жаль, что у ребят так быстро закончились деньги. Кстати, о плохом. Эфир «Зимнего кубка» будут транслировать во время новогодних праздников. Поэтому хотелось бы обратиться к самим себе через телевизор. Илья, Илья, я точно знаю, что тебе будет тяжело его найти. Поэтому смотри, я кладу Алька-Зельцер в правый карман. Рома, поехать 4 января в аквапарк – это плохая идея. Даже если все едут. Друзья, если кто-то видел этого человека... или вам известно его местонахождение, то знайте, это не алкоголик. И не беспризорный. Я просто хорошо отметил. Знающие люди, благо в интернете их много, сказали, что без Игоря Ласточкина мы никто. Да-да, прям через Х. Никто. Уважаемые знатоки, Ласточкин Ласточкиным, но мы стали бы прекрасной массовкой для любого тренера Лиги Смеха. И чтобы в этом убедиться, уважаемые звездные наставники, можно под бурные аплодисменты пригласить всех вас сейчас на сцену. Игорь, ты куда встаешь? Сказали же звездные. Итак, друзья, представьте, сказка «Волшебник изумрудного города» в замке Гудвина. Алло, Ребров, да я тебе повторяю, я ни при чем. Да, вы сами. Молодцы. Ага, сами. Так, кто у нас тут здесь? Страшила? Так ты же уже был. Когда в прошлый раз я давал тебе мозги, я даже представить не мог, что ты из них группу сделаешь. Элли, Элли, возвращать домой вас я даже не собираюсь, потому что кто захочет обратно в Кривой Рог? Татошка! Страшила, учись! Вот это вот стиль собачки! Подождите, подождите, а что в сказке делает Горбунов? Юра, имейте совесть, маленькие гиганты, голос, Лига Смеха, Останний Москаль. Он еще в сказку влез. Так, держите слово «нет» и научитесь им пользоваться. Друзья, а вообще впредь, загадывая желание, думайте сердцем. Кстати, Потап, вот вам сердце, это от Заиньки. Говорят, что у вас его нет. Друзья, на самом деле хотелось выразить огромную благодарность членам жюри за сезон. Для нас уже победа стоять на одной сцене с такими известными и талантливыми людьми. Давайте под бурные аплодисменты проводим звездных наставников в зрительный зал. Ну что, приятно вам, да? Ребята, это, конечно, все очень плохо, но есть вариант, как сделать так, что нас вообще возненавидели. В 7-й части «Звездных войн» Хан Соло умрет.
Ну это уже вообще перебор! Друзья, и так как терять нам уже больше нечего, мы решили замахнуться на самое святое – новогоднее обращение президента. Его каждый год показывают по всем каналам нашей страны. Итак, представьте, что было бы, если каждый канал показывал его в своем стиле. Внимание на экран! Интер. День за днем. Наша давняя країна неначе народжувалася заново. Один плюс один. 15-й рік не буде легким. Та я вірю, що в історію він увійде як рік старту глибинних реформ, які відкриють нам шлях до членства в Євросоюзі. Ностальгія. Щоб ми прихилили до себе долю і вона не чужалася нас, наших дітей та внуків. Аль-Джазіра. Я не Єленис Хайрели Алсун. Азіз, хто там дійшла. Animal Planet. Пишаюся ти, єдина країна, а буде син і буде мати щастя Україні. Пишаюся ти, єдина країна, а буде син і буде мати щастя Україна. Илья Одесса, ребята, лучший стендап и замечательное выступление. Вам аплодисменты. Молодцы! Да, очень важный момент, пожалуйста. Надо поблагодарить спонсоров. У вас-то они есть просто. Да, мы как настоящие одесситы не могли приехать даром, поэтому мы хотели бы поблагодарить мэра города Одессы Геннадия Леонидовича Труханова за всестороннюю поддержку. Спасибо. Спасибо большое. Игорь, не пожалел, да, что не пошел на сцену? Да почему? Почему вы меня не пустили? Хватит. Спасибо большое, действительно достаточно. Ты решили вам аплодисменты. Молодцы, ребят. Мы продолжаем. Итак, победители в следующей номинации. Лучший танец. Кривой рок. Генералы РК. Смотрим. Шу! Итак, земляки, родненькие, обожаю генералов РК. Ребят, почему, как вы думаете, получили награду именно за танцы? Честно говоря, мы сразу не понимали, но потом вспомнили, что Кривой Рог — это танцевальная столица Украины, и вот, видимо, поэтому. Правда? Я тоже буду знать об этом. Кого будете благодарить? Тоже я. Спасибо тебе. Да, мы благодарим нашего очень хорошего друга Чечина Александра Николаевича, компанию «Инвасервис», «РК Продакшн» и, конечно же, наших родных и близких за поддержку. Спасибо вам. Спасибо родным и близким. Удачи. Спасибо. Да. Здравствуйте. Мы, как настоящие мужики, к выбору новогоднего подарка готовимся по-своему. Но если ваша жена балованная, тогда... Устройте ей праздник детства и отправьте на Новый год к маме. Или подарите любимой шубу, а жена и ветровки походит. Купите зимнюю резину себе. А если это ей все не понравилось, тогда... Ха! Передайте привет с экрана в 1 плюс 1. Привет, любимая! Друзья, а в конце года принято подводить итоги. Вот, например, в шоу-бизнесе, если у тебя нет новогоднего корпоратива, то ты лузер. Извини, Потап. Но именно в такой ситуации оказалась группа «Мозги». Итак, готовьте бабло и шоколадки. Группа «Мозги» и электрокалятки. А у калятки сюжет простой. Иисус родился, всем стало хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Мозги, калятуем без Потапа.
Отлично! Нормально! Колядуем! По-христиански! Слушайте, а одного меня смущает, что вот мы группа «Мозги», а ходим с Коляденко. Да. Все правильно по традиции. Звезда должна быть на палке. Ну. Почему Коляденко объяснять? Мужики, в доме свет не горит, куда пойдем колядовать? Ну, я предлагаю к Корбану. А что к нему? Ну, он по-любому дома. Смотри, свет зажегся. Так, мозги, работаем. Ты тусуешь в клубе. А я колядую. Ты на лыжах в Карпатах. А я колядую. Почему все так? Ты ждешь ответа. Это обряд моего деда. Друзья, в украинской политике сложный год – это когда ты премьер-министр. И тебе 10 минут в неделю нужно говорить, как у нас все хорошо. Но остались в нашей стране люди, которые продолжают говорить правду. Итак, последний кобзарь нашего времени – «Дума про Украину». Вот за що ми любимо Петра? Кума у кума та й пита. Відповідає кумікум рахат лукум. Рахат лукум. Він обіцяв нам шлях в Європу, збулось Шенген. Звичайний вчитель їде до Монако. Він купає яхту, сходить в казино. Він буде пити французьке віно і в Каннах буде цілувати актріс. Так-так, на вчителя учився прокурор Дініс. Країна наша вже немов Європа. У нас навіть є своя Вірона, є свій Ромео, що кричав Джульєті: «Джуля! Джуля!» Той, що хотів, щоб саме в лоба куля. Як у Шекспіра, ближче нам обряд, надія українців лиш на яд. А депутати, от чортяки, то драки в них, то задаваки, придумали закон, щоб геї з роботи не звільнялись. Молодці, перестрахувались. Хоча і до панів народ наш звик, ще трохи спалахне сірник, тоді побачать паничі, як лексуси горять вночі. Друзі, но більше всього прошедший год запомнять люди, которые носили форму не по размеру, с которыми хотя бы можно было договориться, и которые до сих пор рождаются в тишине. Итак, первая общеукраинская полицейская академия, сокращенно ПОПА, выпуск 2015. Когда уйдем со школьного двора, по звуке не стареющей сирены, полковник Джон проводит до поста и скажет: «Добрый путь вам, полисмены!» Машину вводим, словно камикадзе. Спасибо девочке с фамилией Сгуладзе. Учили нас кричать красиво. И спешивать преступников с балкона, очками в пол лица скрывая свет, ходить красиво, как ходил Сталлоне. И если вдруг на службе станет скучно, учили нас, как время скоротать. Учили нас взрывчатку разряжать и после этого сбегать оттуда, идти вперед и взрыв не замечать, как делают герои Соливуда. И в голове зв...
звучит лишь мысль одна. Я слишком стар для этого дерьма. Йо-йо-йо-йо, что, теперь от теории переходим к практике. А если в парке девушка пиво пила, вы скажете, она права? Нет, не права. Тогда мы засчитаем ее права. Тогда мы засчитаем ее права. А если, предположим, она была права, значит, мы не будем засчитывать права, потому что есть у нее права, чтоб мы не засчитывали ей права. Мы не уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, ведь мы же копы, а не мусора. Поэтому уйдем по рыбы сальса. Друзья, но самым важным событием прошедшего года для нашей команды была, конечно же, Лига Смеха. Поэтому спасибо, что этот год был по-настоящему интеллектуальный. Стильный. Конечно же, красивый. Лирник. Спасибо за то, что прошедший год был невысокорослый. Невысокосный. Невысокосный. Конечно, спасибо, что он для нас стал родной. Спасибо. А вы знаете, мы за прошлый год с Потапом стали кумовьями. Ну как? Он покрестил чьих-то детей, я покрестил чьих-то детей. Генерал УК, настоящие мужики. Спасибо. Спасибо. Молодцы, ребята. Генерал УК, Кривой Рог. Лучший танец. Кубок ваш. Молодцы. Ну, родненькому дадим слово, самому родному. Великолепное выступление, самая танцующая команда. Как говорил Игорь Ласточкин, причем не без зависти, он как-то так сказал, бодренько, бодренько. Продолжаем. Итак, победители в следующей номинации. Номинация «Лучший номер сезона». Трио «Разный» и «Ведущий». Город Киев. Ого! Действительно богатые люди. Три стриптизерши в одном торте. Две. Я кондитер. Да, я ждал здесь трех прекрасных девушек, которых мы любим. Это явно... Мне очень нравится ваша компания, но давайте не будем об этом. Какие эмоции вообще? Слушайте, ну очень здорово, очень здорово. Я думаю, папа будет очень рад, что именно этот номер стал лучшим номером Лиги Смеха. Чей папа? Девочек. А почему? А почему он стал лучшим? Я думаю, он стал лучшим, потому что я в нем не играл. Скорее всего, из-за этого. Я уже уверен. Удачи. Трио «Разные» ведущие. Добрый вечер, дамы и господа, здравствуйте! Знаете, зима — это волшебное время, когда все превращается в сказку. И неотъемлемой частью этой сказки является новогоднее обещание президента, обещание себе с Нового года заняться спортом и найти новое увлечение. Кстати, девочки нашли себе новое увлечение. Знаете, какое? Танцы. Как оказалось, чирлидинг — это тоже танец. Да, он в Украине только набирает обороты, но некоторые уже очень серьезно к нему относятся. Давайте с вами заглянем в школьный спортивный зал на тренировку по чирлидингу. Победу лузерам не отдадим! 52-й мы победим! Не победите! Это кто сказал? Это сказала я, Анжела из 52-й. Это Анжела, верхушка пирамиды. Ну и чё вы припёрлись на нашу репетицию?
Сейчас все сами увидите. Увидели? Увидели. То, что у тебя лосины протерлись. А это не мои. Это папины. Так. Давайте прямо сейчас решим, чья школа круче. И это, по-вашему, круто? Да у нас в школьной столовой так мух от беляшей отгоняют. Короче. Вы сами напросились, дай сюда. Да ты была права, нереальный скулька. Поехали! Все понятно, девочки, пойдемте. Нам еще алгебру учить. Видели? Мы внушаем страх. Ай, поехали! Высыпались. Хоу-хоу-хоу! А кто это в своем выступлении совершенно забыл про Новый год? А Дедушка Мороз про вас не забыл. Здравствуй, Дедушка Мороз! А у меня, девочки, для вас подарки. Подарки! Тебе, коротконогая, ходули. Тебе с грязной головой косыночка. А тебе салфетки. Спасибо. Чтобы ты вытирала слезы, потому что со своим лицом навсегда останешься одинока. Виталик, мы знаем, что это ты. Нет, дурочки, я не Виталик, я Дедушка Мороз. Дедушка Мороз, тогда скажи рыба. Рыба. Скажи рефрижератор. Рефрижератор. Скажи плов. Плов. Блин, здесь, конечно, тупануло. Ладно, тогда просто снимай бороду. Бороду снял, козлина! Привет, девочки! Привет, Виталик! А что вы делаете?
тебя бьем. Что ж вы творите? Изверги! У него ж артрит. Пойдем, дедушка. Ух ты! Чувствую, надо предупредить еще Святого Николая. Вот это вы себе Новый год испортили. Святой Николай. Да ладно, испортили Новый год. У женщин есть 1000 способов испортить себе праздник. Песня про гадание посвящается всем, кто хоть раз спалил брови, гадая на свечой. На гуще кофейной увидеть хотела мужчину мечты с идеальным телом. Чтоб был он как принц, был красив и брутален. Чашку я подняла и смотрю, а там Сталин. У моей бабушки тоже такое было. Какой Сталин? Чашку подняла, а там каляки-маляки. Я мужика увидеть хотела, там каляки-маляки. А я не люблю кофе. На водке гадать самое приятное. Даже если не увидишь будущее, хоть ноги останутся гладкие. Стучи яйцо и вон с кольцу задать вопрос. Нас самих порой пугает женский мозг. Новый год все пьют, бумажки бабы жгут. И под бой куранта дружно их все жрут. Женщины, а если вы хотите, чтобы ваше желание на Новый год точно сбылось, просто загадайте изжогу. Знаете, говорят, чтобы мечты сбылись, достаточно иметь доброе сердце и открытую душу. А в реальной жизни большую грудь и длинные ноги. Есть! Есть! Блин. Желаем, чтобы все ваши мечты сбывались. Ты разный ведущий. До скорых встреч. Папа. Браво! Три разные ведущие. Браво! Лучший номер! Да и вообще вы один из лучших. Молодцы, ребят. Пожалуйста, Антон Лирник. Честное слово, я не знаю, какая... Ты можешь встать, во-первых. Я могу встать. Друзья, какая еще команда в Лиге Смеха может танцевать лучше, чем Силоха, шутить лучше, чем Юра Горбунов, и одеваться лучше, чем Потап? Только три разные. Поаплодируйте им, пожалуйста. Молодцы. Спасибо, ребят. Удачи. Спасибо. Но я думаю, сейчас не будет большой интриги. Название номинации само о себе говорит. «Лучшие в космосе». Ильичевск, сахара не надо. С мыслью, что жизнь на свете интересна, я думаю, как-то это выступление досмотреть можно. Вова, есть что-то выпить спиртное? Не поможет тебе уж. Как вообще номинация вам это? Ох уж эти номинации. Понапридумывали, а потом бери и одувайся за них. Надоело. Да. Кроме космоса, можно кого-то поблагодарить? Агентство детских праздников «Кот в сапогах». Больше нет слов. Встречайте их. Ребят, я на секундочку. Думаю, с определенной уверенностью можно сказать. Рождество супермаркет решил прикупить подарочков. Эй, а разве так прилично? А?
ходить с таким прозрачным кулечком? Все же видно, а? Тебе не стыдно, нет? На, возьми приличный кулечек. Скажу так. Не все должно быть видно. Лучше где-то недопоказать, недосказать. Ну, в принципе, так работает наше телевидение. Я не знаю, где ты сейчас находишься, телевидение, но это был камень в твой огород. Вы заметили? Я шел, и молодой человек сделал шаг вперед, освободив еще больше места. А мне же и так хватало. Зачем? Зачем? Ребят, я думаю, вот не стоит кричать на бедолагу. Не надо. Потому что у этого человека невидимый груз за спиной. Давайте узнаем, что там. О, депрессия. Чувство вины. Семья, которую нужно прокормить. Ну а что у нас здесь? О, паспорт. Свидетельство. О, документы. С этим нельзя шутить. С вас 45-50. Пожалуй, мне это уже не нужно. Пойду отнесу на место. Ну, такие дела. Ребят, знаете, пока кассирши нет, наверное, давайте я вам расскажу про свои покупочки. Замечали, что когда кормите ребенка, да? Часть пюрешки, да, остается на мордочке. И, как правило, мы это берем, собираем и обратно в ротик. Ребят, если не попало, значит, не судьба. Не надо. Вот еще купил щеточка, что сметает волосы. Недавно был в бедной парикмахерской и узнал там такое. Сейчас я вам расскажу. Итак, представьте, бедная парикмахерская, приходит человек. Она его стрижет. После она сдувает волосы с его шеи. И меня всегда интересовало, куда же деваются волосы, лежащие на полу. В бедной парикмахерской она их собирает в пучок, а потом берет и прикрепляет к деревянной ручке, после чего получается нечто похожее на это. Проходит время. Возвращается тот же человек. Парикмахерша его стрижет, но теперь она не сдувает волосы с его шеи, а щетка из его же волос сметает его волосы. Ребят, вы понимаете, что происходит? Его же волосами она его волосы сметает. Гражданская война. Скидочная карта есть? Нет. Желаете оформить? Нет. Пакет нужен? Ну, только приличный. С вас 105-37. Ребят, а вы заметили, что кассирша все время говорит по делу? От нее не услышишь. Ни хрена себе, сколько вы взяли. А все потому, что над ее головой сигаретный бокс. И когда мысли приходят ей в голову, они фильтруются. А ведь, глядя на мои подарочки, она хотела сказать, что за придурковатый набор. Но не сказала, потому что эта мысль не прошла фильтр. И сейчас она витает над нами и может прийти в голову совершенно любому человеку. Согласна? С вас 105-37. Секунду. Так, натуральный обмен, слоновая кость, камушки, ракушки, золото. Так, деньги. Где деньги? Все вроде бы вело к тому, чтобы у меня появились деньги. Вот, возьмите. Угу. Что за придурковатый наборчик? Вот видите, а? Мысль кассирши вытеснула мысль охранника. А это означает, что сейчас мысль охранника витает над нами.
Сергей Анатольевич, пожалуйста, скажите, как вам наше выступление, пока мысль охранника не вытеснула вашу мысль? Ваш чек, пожалуйста. Ну, вообще не в тему. Мы опоздали. Мысль охранника. Ребят, спешите сказать то, что хотели. Пока чужие мысли не вытеснили, да, то, что ваше. Это все? Это все? Я сказал уже там. Это все? Ну, правда, лучший космос. Сахара не надо. А вот кубок возьмите, ребят. Молодцы, спасибо. Да, ну продолжим, если вы не против. Сейчас уникальный момент, на самом деле, в нашей игре. У нас есть две команды, которые неделю назад играли в финал. Я думаю, что мы обязаны просто пригласить на сцену двух финалистов, две замечательные команды. Заинька Запорожье и два капитана 1955. Заинька Запорожье награждается как победитель номинации «Лучший конфликт». Внимание на экран. Виталик, бей! Бей! Коваль, будь умнее! Ваши бурные аплодисменты. «Лучший конфликт». Да и вообще, обалденная команда. Спасибо большое. Ну, и два капитана 1955, победители в номинации «Лучший театральный номер». Внимание на экран. О, Виталька, я смотрел все твои серии, у меня есть все твои диски. Ты не трогай меня. Все серии? Ага. Он что, у вас ненормальный? Два капитана 1955. Вот, ребят, вам кубок. Лучшие две команды нашего первого сезона. Давайте им погромче поаплодируем. Спасибо, ребят. Мы продолжаем. Итак, победители следующей номинации. Лучшая песня нашего сезона. Лучшая песня Лиги смеха. VIP Тернопіль. Зустрічайте. Посадили буряки. Посадили параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю. Да. Квасолю. Ну ви вже зібрали буряки? Да, зібрали і вже навіть встигли продати. Предприимчиві. Кого будемо благодарити? Ми дякуємо за підтримку нашому партнеру, друзям, компанія «Спектр». Дякую вам. Вони допомагають буряками? Да, помогають буряками, потім Володька їх на базарі продає. Ну, це ж другий, це ж не я. Ні, ні, не ти. Удачі. Порвіть зал. Yeah. Давайте. Всім привіт! Свято наближається, свято наближається, свято наближається, свято наближається. Забей свиню і залий холодець. Відкрий тушонку, макарони звари. Святкуй, дома не вимахуйся. Що, здурів? Так, я не поняла, це що таке було? О, говориш прям як жінка Яценюка, коли побачила оцю фотку. Володька, ти дебіл! О, а ти як Кличко старший молодшому після бою з Фюрі. Чуєш ти, ти що там таке співав на початку, а? Просто мені не подобається, як зараз стали святкувати різдвяні свята. По тих кабаках, генделях, ресторанах.
Колись це було справжнє сімейно-різдвяне свято, родинне, розумієш? Ну, не знаю, як ви, я завжди трохи боявся Різдва. Чого це? Ну, от хоча б через це. Кожного року, як тільки зайде сонце, приходять вони. Посівальники. Готуй купюри по 2 гривні або спускай пса. Ну, ці хоча б тільки зимою ходять. Я знаю таких колядників, які цілий рік спокою не дають. Лиш трохи тепліше за вікном і зразу на дворі. На вулицях всюди так багато щасливих людей. Їх легко впізнати, бо вони всі ходять по двоє. З усмішкою ніжних, красивих, щирих і добрих очей. А про кого мова то йде, а? Свідки Єгови, свідки Єгови, сумки через плече, пап... Це не позорна, да. От згадайте, як колись святкували Різдво в сімейному колі. Не було це всіх вечірок, корпоративів. Я не поняв, а що поганого в корпоративах, Вітя? Що поганого? Ну. От уявіть собі, двоє мужиків, в одного з них вдома дивляться футбол. Давай, куди, що ти робиш? Я тебе прошу. Куди? Олей, шальная! Імператрица! Коханий, я Бельт. Була на корпоративі, трішки перебрала. Але ти знаєш, там так сумно було без тебе. Так. Тому чекаю тебе в спальні. Алло, ти що, поміняєш футбол на свою жінку? І так знаю, кожен день спиш. Сідай, дивись матч. Чувак. Це не моя жінка, походу квартирою помилилася. Серйозно? Зачекайте, зачекайте, а де Володька? Во, я тобі говорю, вертеп це тема. Да ми з тобою бабла зрубаємо більше, ніж церковний хор. Володька, не позор мене! Чого ти всюди лізеш? І тут, і там! Дістав же! Ти чув, Володька, як вона з тобою говорить? Володька, зараз тебе заб'ю, ти розумієш? Я не знаю, що зараз можу, шкіру! Слухайте, а мені здається, це все через телек. От реально, народ надивиться всяких фільмів і ведеться на всяку ерунду. Ой, прям телевізор так сильно впливає на людей. Да. Я люблю свою страну, люблю свою жінку. Люблю свою собаку, знает весь двор. Мой приговор — слуга народа. Олеся, що сталося? Що сталося? Дістало все, дістало. Цей садик, це розпорядок дня. Діти тільки сидять і їдять. Їдять і сидять. Кругом одні педагоги. От мене хоч на годину на місце виховательки. Комочки в майці геть, сонний час геть, віршики на стічках геть. Щоб дитина була хоч день як вихователька, вихователька як звичайна дитина. Але тобі-то до лунтика. Свою страну.
Ну от, я ж казав, телек – це зло. Ну, може і так. У мене, до речі, сусідка попала в шоу «Вагітна в 16». Через пару місяців виявилося, що ніяка вона не вагітна, і перекинули в шоу «Зважені і щасливі». Ага, а в мене в бабки в селі взагалі психанули і перезняли кліп Потапа. Чи серйозно? Серйозно, дивіться. Так, мужчина, я вже на полі буряних покупець. Я їх прополю, управляю сапою, сапою управляй. Давай, давай, позиції міняй, ай. Хоч і стану отак, або так на морозі обробляти буряк, можна будь-який позі. Я хотіла би купола вех, я хотіла би модні тачки, але цілий рік на городі в позі собачки. Друзі, Різдво – це, без сумніву, найсвітліше і найсімейніше свято. І нам, українцям, цього року ніколи потрібно триматися разом. Тому що ми живемо з вами в такий час, що навіть колядки треба співати по-новому. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Перший праздник, нова комуналка, радуйся, ой, радуйся, земле, світло й газ піднялися, а той другий праздник, податковий кодекс, радуйся, весь середній бізнес і малий. Нагнули, та є третій праздник, то різдвяні свята, радуйся, рада у відпустці вісім днів буде місто Тернопіль, лучшая пісня. VIP Тернопіль, ваші аплодисменти, молодці. Так, шутки шутками, переходимо к следующей. Замечательные номинации, прекрасной команде, еще одни полуфиналисты, еще одни лидеры нашего первого сезона, лидеры Лиги Смеха. За лучший музыкальный номер награждаются одесситы, мансы. Что мне не надо гражданство мамы? Всем шалом, всем шалом! Это одесский бойс-бенд Пейси Бойс. И сегодня мы презентуем... И сразу продаем наш новый альбом. Рядом со мной лидер этой замечательной команды, команды «Одесские мансы». Скажи вообще, Серег, сложно быть лидером? Ну, не так сложно, как Петру Алексеевичу. У меня просто в команде никто стаканами друг друга не кидает. Поэтому полегче, да. А вам не просто. Кого будешь благодарить? Знаете, на самом деле, вот мы все время, что выступали в Лиге Смеха, до этого еще в одной немало известной передаче, да, мы благодарили разных людей, старались это делать с юмором. Сегодня хотим серьезно поблагодарить человека. Руслан Николаевич, Русик, спасибо тебе. Все, похлопайте, да, он в зале. Он есть? Существует? Да, он существует. Русик, спасибо тебе большое. Руслан Николаевич, удачи. Спасибо. Шаг
большом долларе ждем всем твоим гри, а за хенбей дору читай долг, не давай вдруг, что не так уж и пошмак, помни всегда мамин совет, лучше ее женщины нет, в новом году меньше долгов, всем мазл то, всем мазл то. С Рождеством всех поздравляем! Сею, вею, посеваю, счастья, радости желаю, побольше эфиров, шуток. И спасибо, спасибо тебе, Игорь, за полуфинал! Алло, алло! О, уважаемые! Вы что вытворяете? Я не понял, вы что, Рождество не празднуете? Если бы мы праздновали день рождения каждого еврея, наша нация давно б спилась. Так, а ну идите сюда, сюда, на сцену поднимайтесь. Вопрос к вам, Гриша. Да. Скажите, это что такое? Символ еврейского народа. И что он символизирует? Что по жизни нужно. Крутиться, вертеться, понимаете? Хоп, 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 хоп. Допустим, допустим, хорошо. Граждане, у нас тема Рождество. Смотрите, у нас здесь и волхвы, у нас и козлик, у нас и петрушка, Гриша. Ой, извините. У нас... И гуцулы, видите, стоят. Вот что здесь делает вот эта женщина? Ой, Сережа, успокойтесь. Хороший стриптиз еще ни одному празднику не помешал. Согласен, согласен. Хорошо, хорошо. Тогда скажите мне, кто что понимает про зиму? Я, давайте. Я. Зимой нельзя лизать качели. А? Шура, может, я вас сейчас немного разочарую, но то, что вы лежите их летом, это тоже не совсем нормально. Понимаете? Кто еще что знает про зиму, а? У меня есть песня. Давайте, Анюта. Белый снег, желтый текст, из пивбара писатель идет. Аня, это ж полная ерунда. Ой, Сережа, вам вечно не угодишь. А вы в последний раз не особо-то и старались, Анечка. Можно еще раз? Я говорю, вы в последний раз... Да не я про песню. А. Да ну их эти песни, зима на дворе. Ай да в проруби купаться, а? А потом пунь, ну. Шура, идите сюда. Мне кажется, что у вас еще до купаний будет пунь. А-а-а. Ну что, стартуем. Ну что ж, друзья, свершилось. Нашумевший одесский бойс-бенд Pacey Boys наконец приехал с гастролями в столицу. Ты нужна мне как Тора Равину и шикарна как доллар по пять. Ты желанна как виза Шенген, но тобой мне нельзя обладать. Ты просто не кошерная, любила полежай кино. Всем привет, всем привет! Выше руки! Это одесский бойс-бенд Pacey Boys. Вы знаете, все попадают в шоу-бизнес через постель, и только мы через синагогу. Мы впервые в Киеве, поэтому я хочу познакомить вас с участником нашей группы. Это Шура! Шура! Все фанатки называют его «Бенгальский огонь», потому что Шуру хватает ровно на 37 секунд. Зато ярких! Продолжаем, граждане, а это Гриша! Гриша, я извиняюсь. Зачем вы вышли на сцену со скрипкой? Это не скрипка, это оберег. И от чего он оберегает? От тяжелого физического труда. Гриша! Граждане, наверняка вы все знаете нашего земляка Озю Осборна. Знаете. Так вот он на одном из своих концертов откусил голову летучей мыши. Наш Гриша пошел дальше. Он нашел эту мышь и сделал ей обрезание. Ну что ж, а теперь настало время познакомить вас с нашим новым альбомом, который называется «Ваш Новый год – это нам не праздник». Итак, трек номер один. «Ты на штопор не надейся, я открою вино пейсом». Второй трек, уважаемые. «Я салют не покупал, просто рядом с чьим-то стал». Ну и, наконец, бонусный трек.
помрет бабушка Наташа, и квартира будет наша. Гриша, это ж не новогодняя песня. Зато праздничная. Зато праздничная! Ну что, граждане, сейчас главный хит нашего альбома. Снегири евреи, погляди. Не летают по субботам, это вам не соловьи. Чемоданы собраны у них. Если вдруг похолодает, сразу чукнут в Тель-Авив. И когда граница на замке, это не беда. Птицам никогда виза не нужна. Снегири евреи улетят, ты не поймаешь. Даже в Палестине обитают, представляешь? Птички — это как бы люди, вы понимаете, да? Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Вы знаете, нашей команде не принципиально, кто именно выиграет зимний кубок. Главное, чтобы это была не команда в красной форме. Сейчас объясню. Просто последний раз, когда красные брали зимний, нам, евреям, пришлось ух, как не сладко. Победа или поражение, мы играем, а не на поле сражения. Мы на сцене, чтобы делиться сердцами. Улыбки означают то, что вы за нас. Поразка або перемога, бути разом — це одна наша вимога. Сміх у залі — це одна наша потреба. І це означає те, що ви за нас. Що ви нам дали кубок, граждане, спасибо. Одесские мансы, лучший музыкальный номер. Молодцы, ребята. Кубок ваш. Владейте, Шура. Спасибо, одесские мансы. Браво! Так, уважаемые зрители, ну, переходим к следующей номинации. Сейчас будет сюрприз. Это наши гости, но они участвуют. И тоже борются за кубок. Это, пожалуй, ну, скажем так, команда, которая не участвовала в Лиге Смеха, не участвовала в сезоне, но кое-кто, который вот сейчас кое-куда пошел, видимо, готовится, имеет непосредственное отношение к Лиге Смеха. Итак, в номинации, ну, так решили. Легенда. Наша легенда. Команда «Днепр». Внимание на экран. Да, короче, что я шифруюсь? Сейчас «Днепр» играть будет, понятно? Тебе футбол дороже, чем я. А на этот вопрос тебе ответит психотерапевт. Вот почему в тебе нету ни капли романтики, а? Вот тут я с тобой согласен. Я тоже уже не молод. Все понятно. У Игорёша депрессия. Игорь, как ты так можешь, а? И грустить, и шутить одновременно. Так, ну, ребята, несколько к вам вопросов. Начну с первого. Пойдете во второй сезон? Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Кубок. Хорошо, кто из вас все решает? Понял, не ты. Вот тот парень, который был в кресле. А вот этот, да? То есть он решает, пойдете или нет. Хорошо, почему не были в первом? Ну, потому что парень решил так. Он говорит, я буду лучше сидеть в кресле. Ребят, кому будете благодарить? Это вот он, да. Я говорю. А вы нужный человек в команде, я вам скажу. Мы хотим поблагодарить екатеринославские дверные артели и лично Сергея Панченко за то, что он нам помогал в 2013 году. Спасибо. Видимо, так хорошо перепало в 13-м, что до сих пор должны благодарить. Нет, надеемся, что будет помогать дальше. Удачи, ребят. Хотя бы нашим семьям. Спасибо. Спасибо, спасибо. Давайте, ребят. Добрый вечер! На сцене вице-чемпионы выселения! Команда КВН! Днепр! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, больше ничего не говори, вообще ничего не говори больше. А вы забудьте, что он сказал? Ребята, тысячу раз вам говорил, это вам не клуб веселых и находчивых. Здесь веселые, находчивые и предприимчивые свою передачку замутили. Так что, не надо вот этого. Слышь, Игорь, а по-моему, ты перетягиваешь на себя одеяло. Ух ты, а что это у нас в команде делает солист группы ТИК Виктор Бронюк? Чего? А, Юрка, это ты, прости! Извини, давай не будем ссориться, Юрочка. А тем более Юрочка у нас в команде отвечает за целостность Украины, да. Вот он 2 года назад сбрил себе вот этот полуостров.
прошло время, он у него отрос. Вот и мы надеемся и верим, что наш полуостров все-таки отрастет у нас, да? Игорь, ну давай начинать. Да, с какой песни начнем? С рождественской или с обычной? С рождественской. С рождественской, все. Happy birthday, Иисус. Давайте с обычной. Давай с обычной. Давай с обычной. Киев, встречай, музон, качай. Впервые Днепр в лиге смеха. Юрочка, ну ты прям реально как Крым. Откуда в тебе столько энергии берется? Рождественские праздники довольно длинные, поэтому многим отцам было бы вообще нечем себя занять, если бы не их сыновья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все на месте. Че так скучно, а, сегодня? О! А ну неси сюда дневник, давай. Вот так вот. Ученика восьмого? Тот-то, я думаю, что тебе пиджак маловат уже, а? Ладно. Так, фига, первая страница, и сразу же красная. Что это такое? Ув, аж, аемые, родители, обратите внимание. Ваш сын плохо читает. Ты что, плохо читаешь, что ли, ты? Ты что, отца позоришь в школе, а? Так, ну вот же, физика, 5. Молодец. Недаром я тебе тогда яблоко в башню зарядил, а? Сразу на место все встало. Математика, 4. Ну, математику можно и подтянуть, да? Физкультура. 12. Пап, просто Украина давно уже перешла на 12-бальную систему. Да? А физичка с математичкой знают об этом? Да. Это что получается, если 12 это по-старому 5, то 4 это 12 минус подели... А, 4 подели... 20... Почему 24? 8... Короче, математику надо сильно подтянуть, ты понял, да? Чего вы там сейчас по математике проходите? Многочлены. Я тебя серьезно, скотина, спрашиваю, что вы проходите? В последнее время особенную популярность набрал такой сервис, как BlaBlaCar. Суть его в следующем. Водитель, который отправляется из одного города в другой, набирает себе попутчиков через интернет. Итак, представьте, водитель BlaBlaCar ждет пассажиров. О, здравствуйте, Анатолий и его супруга, да, все, замечательно. Сейчас буквально за 6 часов долетим до Киева, а там уже, ну, в кругу родных и близких встретите Рождество, отпразднуйте. Я извиняюсь, можно окошко прикрыть? Минус 10 зима. А, да, дует, да? И парусность как. Хорошо, хорошо. Вот, пожалуйста. А можно все окна закрыть? А, ваши тоже позакрывать? Да ради бога, вообще без проблем, вот. Что случилось? Окошки вам открытые мешали. Ну,
Чё, парусность? Все, приплыли. А? На, не переживайте. Ну, не за 6, так за 8 часов доедем. Я вот просто на вторую скорость переключусь сюда вот. Потихонечку поедем, все. Зато в тепле. Разговаривайте со мной! Вот мой Толя уже год не пьет, да. Молодец, какой у вас Анатолий, прям. Толя, я бы не продержал. У тебя же всегда с собой термос кофе. Дай человеку кофе. Зачем? Взбодриться хоть чуть-чуть. Не дам. Толя, дай человеку кофе. Нормально, налей. Пожалуйста. Спасибо огромнейшее вам. Огромнейшее. Такая... На дорогу смотри. Много намешали. Ну, полегчало. Полегчало. Только мы что-то летим очень быстро. Ну вот. Что тебе надо? Чё ты стоишь, а? Вас расформировали уже давно. Полиция, всё, полиция. Иди бастуй. Что, минус 10 открываем, да? Открываем? Открываем, хорошо, открываем. Здравствуйте, с наступающим Рождеством вас. Счастья, любви, здоровья, богатства. Хай Бог помогает. Но не надо у нас тут каледовать. Мы люди не богатые, поэтому... Вы что, пили? Да. Но проблема не в том, что я пил. Проблема в том, что я не ел. Так, ну выйдите с машины. Не выводите меня. Ладно. Тогда будем писать протокол прямо здесь. Фамилия, имя. Я извиняюсь, дверку прикройте, холодно. Она психует. Фамилия, имя, любимая. Добро пожаловать в клуб! Правда, у нас сегодня день закрытых дверей и окон. Кофе будете? Кофе? Пожалуйста, кофе. Сахара много, да, намешал трезвенник? Специфически. Вы куда направлялись? Киев! Поехали? Поехали, они же... Да куда вы поехали? Как можно вести в таком состоянии, а? Как можно работать в таком состоянии? Толя! Почему твой кофе только усугубляет их состояние? Что за Рождество? В смысле, что за Рождество? Это что вам, не елочка, что ли? Это не иконки вам, что ли? Нормальное Рождество. Вот я вообще так считаю, женщина. Дело в том, что сегодня... Очень такой волшебный день. И я думаю, что судьба не зря свела нас здесь всех вместе. Давайте знакомиться. Вот я Игорь. Лена. Ну, очень приятно. Ого, тогда меня до Киева не надо. Где-то под Полтавой, викиньте. Да, в смысле под Полтавой? Давай, спасибо. Yeah.
Друзья, мы хотели бы закончить несколько парадоксальной мыслью. Дело в том, что сегодня мы впервые выступаем на сцене Лиги Смеха, но уже поняли, как сильно мы по вам скучали. Играет Днепр снова. Скажу вам откровенно, сидеть в жюри кайфово. Но на сцене обалденно. С Рождеством! На небе снова звезды, а значит во вселенной вновь родилась надежда. И это обалденно. С любовью, Днепр! Спасибо. Лучшая легенда Днепр. Кубок ваш, ребят. Ну же легенда, держи. Так, уважаемые друзья, если можно под ваши бурные аплодисменты пригласить на сцену все команды. И это еще не все. Да, вот сейчас все ребятки подтянутся. У нас есть две специальные премии. Две специальные премии. Мы решили учредить их по итогам всех игр нашего первого сезона. Лучшая актриса Лиги Смеха и лучший актер. Я думаю, что мы должны уступить, да, место прекрасному полу. И сейчас определим, кто же лучшая актриса. Итак, лучшей актрисой становится... Внимание на экран. У Івана миті ноги, у Петра побрита спина. Ось такі в селі подарки в день Святого Валентина. Таня Песик, VIP Тернопіль, лучшая актриса. Браво! Давай, Танечка, ну как на Оскаре. Ну у нас смешнее, чем на Оскаре, давай. Я в шоці просто. А треба казати щось, так? Кого ти можеш поблагодарити? Ну, дякую команду свою, VIP Тернопіль, дякую вам, хлопці. І дякую людям. Яким подобається те, що я от показую. Таня Песик, браво! Ще не все. І так, лучший актер нашого чемпіонату. Внимание на екран. Парень, не прыгай! Парень! 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 Нет! Парень! Вот видите, какого актера они взяли в театр. Александр Станкевич, одесские мансы. Сура, держите. Ну, в первую очередь, большое спасибо моей маме. Валентина Николаевна, большое спасибо. Спасибо супруге, что она до сих пор смеется над моими шутками. Ну и, конечно, моей молодой команде. Спасибо! Спасибо! Шура, спасибо большое. И одесские мансы, и VIP Тернополь, и всех ребят поздравляем. Очень круто, ребят. Ну, давайте, идите. И давайте всем командам поаплодируем. У нас был очень крепкий сезон. Замечательный фестиваль. Ребята в короткое время все это готовили. Все молодцы. Молодцы ребята в Лиге Смеха. Молодцы гости. Все молодцы. И вам слово, уважаемый член жюри, я напоминаю. Ну, это решающее слово. Один балл. Только не своим. С тебя, Леш. Добрый вечер, Киев. Здрасте. Эй-эй! Во-первых, спасибо Днепру, потому что это действительно легендарное выступление. Я могу сказать тебе... Талантище, ты талантище. И вы талантище, ну просто запредельный уровень. Аплодисменты всем участникам Лиги Смеха. Я сказал ребятам, чтобы они не обижались. Потому что я свой голос отдам не ребятам. Я отдам девчатам. Сегодня, вот это черлидерство.
меня убила и порвала на куски. Я хочу отдать свой голос трио «Разные и ведущие». Трио «Разные и ведущие» вырываются вперед. Ну, Игорь. Я коротко. Да, я понимаю. Трио «Разные». Трио «Разные». 2 балла. Своим нельзя. Пожалуйста, Антон Лирович. Можно вообще что-то сказать? Чуть подольше, да, если можно, чуть подольше. Конечно, сегодня круче всех выступала команда из Днепра. Это было потрясающе. Они реально показали, как это нужно делать всем остальным командам. Самое смешное из команд, которые не мои, мне показалась команда из Тернополя. Прошу вас им поаплодировать. Они крутые. Но я уверен, что команде из Тернополя еще найдутся люди, которые отдадут свой голос. А я хочу отдать голос команде, которая сегодня выступила лучше, чем в любом своем выступлении в сезоне. Это генерал РК. Спасибо большое. Спасибо большое. Елена Кравец. Девчонки, трио «Разные». Может, квартет в следующем году, а? Я отдаю вам свой голос. Трио «Разные» получили 3 голоса. Юрій Горбунов. Приятно смотреть на сцену. Зараз на сцені стоять герої першого сезону. Давайте ми їм поаплодуємо. Це люди, які ввійшли в історію, яких будуть згадувати як учасників першого сезону. Хто був лучшим, Юр? Трио «Разные». Трио «Разные». Тем не менее, давайте так сказать, ну, мы старейшину, конечно. Сергей Анатольевич. А мне эта команда давно нравится. Ну, кроме тех, которые я выбрал. И я это каждый раз говорю. И... Харьков. Харьков. Это лучшие актеры Лиги смеха. Спасибо большое, Сергею Анатольевичу. Мы поздравляем. Зимний кубок достается по праву победителям. Команда «Трио «Разные» и ведущий. Браво! Это ваш кубок, ребята. Дорогие друзья, это была Лига смеха. Мы ставим точку в 2015 году, но второй сезон в 2016 ждет вас. Приезжайте в Одессу с 22 января по 30. Удачи всем! Пока-пока! Мы верим в майбутнему, весь посвіг неться світ, і кожен нас тому сюди прийшов. Ми разные, но нас сегодня смерть соединит. С мечтой общей, сильной, как любовь. И все будет добре для каждого из нас. И все будет добре. Настанет наш час.